Вот. Мне, кстати говоря, я не посмотрел новый трек 55x55. Пожалуй, время пришло. Чё, блядь? С помощью этого видеоролика я бы хотел выразить уважение своему коллеге Нет. Энджойкину? Сначала хорошо, потом не очень. Ну, как-то 50 на 50, короче. Сначала хорошо, потом не очень. Ну, как-то 50 на 50, короче. Сначала хорошо, потом не очень. Ну, как-то 50 на 50, короче. Меня зовут Иван. Мне 17 лет. Все идет нормально. На самом деле нет. Бля, мне сразу чего-то, какая мысль в голову пришла. Вот это куда намного круче звучит, чем их официальный трек с Николаем, который они преподносили как какой-то разъеб. А здесь трек, как бы, ну, сделанный в таком стиле, что просто слова вырезаны из интервью. И это как бы песня. И она звучит приятнее и лучше, блядь. И это даже бит не Славы Мэрлоу, ёбаный рот. Как без обид, конечно, я не хочу там как-то кого-то обидеть там. О, я понимаю, Николай сам, наверное, поверил в свой трек. Классно сделано. И, возможно, ему обидно слышать такое. Я это прекрасно знаю, когда ты делаешь что-то, думаешь, бля, это такой разъеб. Потому что сам в это веришь, а потом... А люди это начинают критиковать. И, наверное, это очень больно и неприятно слышать. Вот, но, блядь, ну реально же. Все идет нормально. Поссорились опять. Или что-то было по-другому. И мы все-таки не будем снимать. Ты забыл трек «Рофл». Ну, блядь, если бы Николай изначально так говорил, что трек «Рофл», не обращайте внимания, хуйня будет. Окей, но нет же. Немножко моя мама не дает Николай. Вообще не ей не понравилось. Но там «Рофл» я чувств не знаю. А я снимаю танцы, комиксы читаю. Вот так вот сложилось, мне по кайфу. Но там рофл, я чувств не знаю. Сначала хорошо, потом не очень. Ну как-то 50 на 50, короче. Сначала хорошо, потом не очень. Ну как-то 50 на 50, короче. Сначала хорошо, потом не очень. Ну когда 50 на 50, короче. Сначала хорошо, потом не очень. Ну когда 50 на 50, короче. Охуенный трек, я считаю, реально. Такой прям душевный. Вот. А припев особенно мне понравился. Реально. Так.